Бейсман прямо сейчас. Ну а в конкретно этом матче играет за команду. Ничего обычного. Передача шикарная в центральную штрафную зону. И удар Маменко! Маменко как распластался в своей вратарской площади. Спас на противоходе. Был удар. И действительно Александр Маменко сделал первый ключевой сейв, наверное, в рамках зоны этого матча. 14. Передача дальше на Сатурмина. И этот товарищ тоже может очень сильно расстроить, но Александр Маменко шедеврально играет на выходе и отбирает мяч у игрока команды «Зенит». Пасом обрезали просто всю защиту. Это Алекс Тиль мчится, мчится с левой. Удар, штанга! Какая же пруха! Прямо сейчас для Амкала Алекс Тиль мог открыть счет в этом матче, но все-таки... Штанга на стороне Александра Маменко. Везет сильнейшим, как говорится, или везет тому, кто передачку везет. Одно касание на правый фланг. И здесь срезаться в центр можно. И все-таки Александр Маменко пока что на чеку. И отправляется Турмина через левый фланг. И здесь Олег по прозвищу Электричка просто мчится и не позволяет игроку Зенита выйти в более опасное положение. Ну и угловой хороший, подача шикарная. Но здесь все-таки очень круто Александр Маменко выбрал позиционку и оставляет. Ну и вот такое вот празднование оформил Прокоп. А здесь дальним ударом. Смотрите, сразу разыграли с центра, и вот тут. Наверное, бить психологически сложнее. Ну, первым, наверное, и последнему. Особенно, когда решается именно судьба матча уже. Жек Спиряков сейчас хотел изначально быть в шапке, но, видимо, предоставил этот стильный лук для Федоса. Тем временем у нас сейчас начинается серия пенальти. 59 тысяч человек сейчас нас смотрят в онлайн. И это по центру практически довольно мне просто кажется, это было больше для Спирича. Был а? Ну, больше правый, но все равно ближе к центру. Ладно, давай дружеский. Положено, потому что у Майка правое же колено, насколько мне помнится, было не так давно больным. И он как раз-таки в тейпах весь сейчас выступает. И как раз-таки стык пришелся именно в правую ногу, поэтому очень-очень опасно. Евгений Спиряков по уходящей траектории. Мяч от него летел, и все-таки он его достал и в очередной раз сохранил ворота в неприкосновенность. Таков в белой форме, но здесь опять же стоит отметить Евгения Спирякова, который очень круто читает игру, и пока что к нему вопрос вообще самоотверженно, да, влетает, да. Он как бы, ну, понимая, что тут можно быть хорошо играет в прессинге, сейчас может быть момент, Дрожжук отрабатывает, как левый защитник, отбегает удар. На самом деле в моменте было очень больно, мне потом Говоря, еще один игрок Сатурна. Немножко вдавливают нас. Ну каков Спиряков, а? Да! Очень рад. Просто лучше. Все грамотно, могу сказать, изучая сторису Спирякова, что он сейчас увидел, что не успеет он на выходе и просто занял позицию на ленточке. Ну и удачно выбрал позицию. Достаточно, чтобы сделать. Хорошее оптимальное расстояние сделал от бьющего, чтобы среагировать на этот удар. Посмотри, ну разделывают нас. Пил Воронин из пустых ворот там спасает. Офигеть, смотри, мяч все еще не залетает. Очень много моментов у Сатурна, и уже кажется, все, мяч уже на ленточке, но все время кто-то там оказывается. Действительно, Фил спасает, и дважды мяч попадает в него, он там бросается под этот мяч. Вот он, раз, еще в Женю мяч попадает, и еще раз бросается. Это чудовищный мощный мужик, Фил Воронин. У наших ворот возникал, можно не мог он привести к тому, чтобы перекинуть Джеку, но, опять же, как будто бы Жека это знал, да? Раз, и подготовился, чтобы перевести этот мяч. И снова Фил Воронин подстраховался. Это первый момент, где Женя Спиряков входит в игру. И обычно вратарик, кстати, может сейчас дальний удар быть. И Женя перед собой отбивает еще удар. Удар, добивание и третье добивание. Мне единственное, что прям вот реально интересно, это...